Итак, 49-й день пути, 500-я серия. Привал и ночевка были под Ишимом.
Жду, пока немножко станет светлее, то в темноту ехать, ни черта не видно на видеорегистратор. Сейчас движение будет на запад, в сторону Крыма. Значит, выше мне заезжал, ну, темно, чтобы рассмотреть город. Надо, наверное, было выдвигаться чуть попозже. Так, заправлюсь на АЗС и проложил маршрут через Бердюшку. Потом вспомнил, что по Бердюшке проезжал, когда двигался на восток, поэтому во время движения изменил маршрут, снова вышел на Р-402 и двинулся в сторону Тюмени. Сейчас озабочен проблемой неисправности радиостанции. Ну, на месте привала там достаточно много услуг, вот, но ввиду того, что слишком рано, людей на работе еще не было. Ну, кстати, надеялся, что во время движения на трассе смогу отремонтировать радиостанцию, но повторю, что слишком рано. Время показывает 3 часа. Это около 4 часов утра, но это время московское. Вот эти часовые пояса, они здорово как бы влияют. Трудно становится ориентироваться не только в пространстве, но и во времени. Так, московское время вот 4 часа где-то, около 4. Двигаюсь на запад. 500-я серия, 49-й день пути. Осталось совсем немного. Вот вроде бы и все, что могу сказать пока на эту серию, на данный момент.
Нормально, да, светофор горит? Thank you.
вот и светофоры.
врагам через земли. Через 2,5 километра правый поворот. Камеру боковую. Там совсем темно будет. Так. Протру стекло правое. Куда выкинуть мусор. Ночь нормально прошла, но вот эти газели приехали, он включил двигатель, ну, холодно, видать, в кабине, я выключаю всегда двигатель, сплю в машине с выключенным двигателем, а он включил двигатель. Дым. В общем, невозможно было спать. Дорогу, которая ведет в тюрьму.
имени. Утром не проверил Яндекс.Навигатор, как он меня поведет. И он проложил через Бердюжье. Не люблю я эту дорогу. Ее и подразбили в последнее время. Это раньше была нормальная дорога, все. Движение там увеличилось из-за того, что отремонтировали этот участок 19-километровый. Проверил и перепроложил через Тюмень. Трещат контейнеры пластиковые.
заднее правое колесо спускает. Нашел причину. Неисправен ниппель или заводник. Как правильно? Это на шиномонтаже. Специалист, блин. Семью подложил. Интересно, контейнер, красная цена у него 1 копейка, продает за 10 рублей. Это эти контейнеры я взял там, где прошлую ночь останавливался. Голодухи набрал еды, а съесть было не под силу, поэтому взял контейнеры, которые были там на прилавке, не знал, что они платные, уже выходить она. Вы контейнеры взяли. Ё-моё. В общем, мнение о прошлой ночи о буфете у меня изменилось. Розовые облака. Вот из Ишима отправляться утром на восток, если ясная погода, нужно иметь в виду, что долгое время на солнце будет лежать на капоте. Видимость против солнца. Продолжение следует...
даже маленькими поселками асфальтовая хорошая дорога. Thank you.
4, 35 московское время, значит местное время 7:35. Дорога лучше, более-менее, ну, ровная, все. А вот по той дороге я ехал на восток. Я веду Бердюжье. По-моему, когда на восток ехал, деревья еще были зеленые. Чуть-чуть желтизна была. А сейчас... Когда это было? Месяц назад. Дороги я уже полтора месяца. Thank you.
шла, вижу начало восхода солнца. Солнце еще не появилось, но вот-вот должно зайти. Считанные секунды до восхода солнца. Все. Первые лучи. Большая облачность, но по прогнозам сегодня не должно быть ни дождя, ни снега. Температура на улице 0,5 градуса тепла.